Добро пожаловать в наш дом, Аннабель! Ой, как замечательно поет у тебя птичка на балконе! Да. Здорово! Друзья, у нас вот такой вот большой, замечательный, трехэтажный дом называется Аннабель. Значит, у нас на первом этаже идет ванная комната. Да, замечательно поет птичка. На первом этаже идет также кухня. Ой, а что это у тебя там? Собачка Titty Love. У нее такая сумка замечательная. Мы ее покажем в следующем видео. Так, давай про наш дом. У нас на первом этаже идет ванная комната. Вместе с кухней. На втором этаже идет у нас гостиная. С большой такой лестницей, я смотрю. Класс. Друзья, также у нас идет лифт. Настюшек, подойди с другой стороны и просто покажи лифт. Вот какой лифт замечательный. Там уже, я смотрю, щеночек Чичилав сидит, катается. Подружечка твоя. Так, а на третьем этаже, друзья, у нас идет спальня. Замечательно, большая люстра висит. Выход на балкон. Очень красивый фасад. Смотрите, друзья, вот третий этаж. Окошко можно выглянуть. Второй и первый. На втором этаже нельзя выглянуть в окно, так как там идет лестница, а на первом можно выглянуть. И также можно еще выйти на балкон со спальни. Класс! Ну что, давай будем показывать. К этому дому у нас идет 17 предметов. Давай будем... В ванную комнату у нас идет вот такая вот классная ванна. Держи. Держи, ванна. Иди, ставь в ванную. Также у нас идет вот такой вот классный унитаз. Вот он открывается, унитаз. Держи, ставь в ванную комнату унитаз. Так. На кухню у нас, я смотрю, ты уже поставила плиту. Да. Деревянная плита у нас такая идет, классная. Также у нас к дому идет вот такие два деревянных стульчика и деревянный стол. Вот такой деревянный красивый стол идет у нас. Держи, Настюшек. Стол и стульчики расставляй это все. Класс! Кто у нас будет сегодня кушать на кухне? Ребяточки! Ребяточки со свинки Пеппы! Кто у тебя там есть? Класс! Сади их за стол. Всем привет! Друзья, у нас сегодня новоселье! Это очень здорово! У нас есть вот такой вот большой замечательный дом! И мы в нем будем жить! Хи-хи! Ребятки! Друзья, на втором этаже у нас в гостиную мы будем ставить вот такой вот диван. Деревянный, вот такой с ножками, красивый диван. Четыре ножки. Настюшка, ставь диван. Да. Сади туда своих друзей. Также идет вот такой вот деревянный красивый торшер.
такой торшерчик идет. Держи, Настюшек. Друзья, на втором этаже также у нас идет вот такой рояль. Правда, он на нем ничего не нажимается, он просто такой деревянный, красивый. И к нему вот такой вот стульчик. Да, маленький стульчик. Вот такой маленький стульчик красивый. Давай, иди ставь. Вот такой рояль красивый и стульчик. Ставь это на второй этаж. И кто у нас будет играть сегодня на рояле? Ой, какая у тебя там куколка замечательная. Она будет играть на рояле. Класс. Класс. Друзья, идет вот такой большой, красивый, цветной торшер. Вот. Вот такой вот красивый торшер. Дочь, куда ты будешь торшер такой большой ставить? В комнату. В комнату? Да. Люстра так шатается, класс. Ты поставила на балкон торшерчик? Да. Класс. Так, давайте теперь уже нашу спальню украшать. Расставлять мебель. У нас идет вот такое одеяло. Настюша, покажи одеяло. У нас идет вот такое вот одеялко. И вот такая красивая кровать с балдахином. Во! Сейчас красиво оденем тут все это. Вот такая кроватка идет, деревянная. Вот. Такая большая кровать. Держи, дочь. Настюшек. Подушка тут идет. Несъемная подушечка. И у Настюшки одеялка. Классная кровать. Угу. Держи, солнышко. Иди ставь в спальню кроватку. У нас вот такая вот есть Барби. Привет! Привет, друзья! Я тоже буду жить в этом доме. Держи, Настюшка. Иди, иди ложи ее в кроватку. Тихий час. Также в спальню идет вот такая красивая тумбочка. Ящик у нее не открывается. Вот такая тумбочка классная. Держи, дочь, возле кроватки поставишь тумбочку. Друзья, также у нас есть вот такие вот маленькие кроватки. Настюшка тоже их хочет поставить в спальню. Это у нее для маленьких пупсиков вот такие вот классные кроватки. У нас есть отдельно видеообзор про вот эти кроватки. Классные. Их три штучки. Желтая, розовая и у Настюшки вон голубая. Держи кроватки, ставь их все. В спальню, где ты хочешь их поставить. А также эти кроватки складываются друг на дружку. Вот так. И есть лестничка. Есть лестничка, которая ставится на кроватки и одеваются вот такие вот лесенки. Вот. У нас есть отдельное видео про эти кроватки. Держи, дочек, ставь. Кто будет спать в твоих кроватках? Герои мультика «Свинка Пеп». Настюшка уже все расставила, всю мебель. И давай покажем поближе наш дом, каждый этаж. Друзья, вот так выглядит наша ванная комната. У нас есть стиральная машина в ванной комнате, унитаз. Ванна. Ванна и
кухне у нас вот стоит деревянный стол, два стула, плита. Вот так ездит наш лифт. Вот, лифт приехал. И это все у нас на первом этаже. Теперь перебираемся на второй этаж. Друзья, вот так выглядит наш второй этаж. Лестница идет на второй этаж. Рояль у нас тут стоит. Настюша поставила диван, торшер. Вот такой красивый второй этаж у нас. Перебираемся к третьему. Настюшенька поставила туда маленькие кроватки. Вот такая красивая люстра. Кровать большая и балкон. Птичечка у нас тут сидит на балконе. Настюша даже торшер вынесла на балкон. Класс. Крыша. Красивая. Вот такой у нас сегодня замечательный дом. Вот такой у нас красивый дом. Можно вот так вот заглянуть через балкон. Вон, что у нас тут есть. Вот так видно все. Ку-ку, Настюша, ку-ку. Такой фасад тут идет у нас в нашем доме. Вот такой вот он здоровый, просто огромный дом, выше Настюши. Такой фасад также тут красивый. Настюшкина малышка. Вот такой у нас сегодня замечательный дом. Уже положила малышку спатки. Классный домик у тебя, Настюшенька, замечательный. Птичка поет. Ставь лайк. Подписывайтесь на мой канал, Настюшка. Всем пока. Пока, друзья, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Настюшек и заходите к нам в гости. Да, и заходите к нам в дом. Всем пока.